Парламенту нынешнего созыва до окончания своих полномочий нужно сконцентрироваться на решении всех задач в развитии обновленной Конституции, заявил Александр Лукашенко. Из 88 законов, которые необходимо было откорректировать, осталось привести в соответствие лишь 9 документов. Новый состав парламента, напомним, будет избран в феврале 2024 на едином дне голосования. В Беларуси к концу года построят 147 станций обезжелезивания воды. Во всех регионах уже разработаны проекты. Главная цель – обеспечить всех белорусов чистой питьевой без примесей. К слову, эффективность функционирования водопроводно-канализационного хозяйства страны с каждым годом повышается. В Могилевской области 18 сентября КГК проведет горячую линию по диспансеризации населения. Вопросы могут касаться наличия узких специалистов и необходимого оборудования, доступности исследований и длительности их ожидания. Позвонить можно с 10 до 13 часов, а также с 2 до 4. Налоговой инспекции города 14 и 19 сентября пройдут дни открытых дверей по вопросам уплаты налогов транспортного, земельного и на недвижимость за 2022. Срок, напомним, не позднее 15 ноября этого года. За каждый день просрочки начисляется пеня. 16 сентября в преддверии Дня народного единства пройдет масштабный велопробег вместо сбора у Вечного огня в 10 утра. Конечная остановка – Карбышева. Кроме того, 17 числа в городском парке культуры и отдыха в 14 часов начнется концерт «Мы один народ, мы одна страна».